мы можем сравнить просто индекс, то есть самый верхний индекс будет иметь другой цвет. Каким образом поменять цвет? Вот у нас самая крайняя связь, которая идет на цвет. То есть мы можем здесь установить какое-то прерывание, которое у нас будет указывать либо отсюда брать значение, либо из красного, то есть откуда-то из другого места. То есть правая кнопка мыши, New Node, Expressa, выбираем здесь Logic Condition, то есть условия. И в качестве условия, первое условие у нас будет, то есть мы здесь соединяем, Condition выставим в режим Color, то есть изменение цвета. То есть первое условие у нас будет вот такое. Цвет у нас будет идти отсюда, из первого порта. Если мы меняем переключатель Switch на 1, то у нас цвет становится черным. Но он должен быть черным не по всему столбику, естественно. То есть нам нужно, чтобы он был красным. Вот красный у нас по всему столбику. Нам нужно, чтобы цвет зависел, конечно же, от индекса. То есть самые верхние индексы. То есть нам нужно сравнивать индекс. Правой кнопкой мыши, New Node, Expressa, Logic Compare. Мы будем сравнивать с помощью этого нода. Теперь подсоединяем Compare с индексом. И на выходе мы подсоединяем со свечом. И если равно нулю, смотрите, самому первому значению, то, соответственно, он меняет для этого, для этой плитки цвет. Ну, если мы значение это будем здесь менять, то, смотрите, мы как бы указываем конкретную плитку, которая будет помечаться этим цветом. А нам нужна не одна плитка, нам нужен какой-то диапазон. То есть, если мы сделаем меньше, не подходит, больше, вот таким образом. Если индекс больше 50, например, то он помечается красным. Если нет, то он